В новогоднюю ночь по области в службу по ЧС поступило около 500 звонков. Жителей в основном интересовала ситуация на дорогах областного значения. Из-за обильного снегопада на территории Восточно-Казахстанской области сохраняется угроза схода лавин, напоминают спасатели и предупреждают население о соблюдении правил безопасности в горных районах. В ночь с 31 декабря на 1 января спасатели осуществили 14 выездов. Из 470 звонков главный вопрос, интересующий жителей, это ситуация на дорогах: гололед, снегопад и метель. Если же получилось так, что вы выехали, получается, в буран, и ваш автомобиль попал в снежный занос, необходимо завести, ну, соответственно, автомобиль, иметь дополнительные горюче-смазочные материалы для того, чтобы можно было на протяжении того времени, пока приедут спасатели на помощь, и ожидать в автомобиле, приоткрыв немного стекло для того, чтобы не получить отравление угарным газом, так как автомобиль будет заметать и, соответственно, есть угроза того, что угарный газ будет проникать в салон. Выхлопную трубу очистить от снега, периодически выходить с автомобиля, очищать и пометить свой автомобиль какой-то яркой тканью, чтобы вас сразу заметили спасатели. Спасатели напоминают, что в регионе сохраняется высокий желтый уровень лавинной опасности. Так, в районе Алтая высота снежного покрова возросла до 95 сантиметров, прирост составил 20 сантиметров. Специалистами производственно-эксплуатационного участка района Алтай областного филиала КАЗ «Селезащита» было проведено наземное визуальное обследование склонов Путинцевская и Богатыревская копь. Спасатели проведут профилактический спуск лавин, чтобы устранить угрозу непроизвольного схода снежной массы. Данные работы запланированы в районе Алтай, Катон-Карагайском и Глубоковском районах. Специалисты просят туристов и граждан повременить с походами в горы. Яна Мумлева, Шинар Дусингали, Асхат Урдубаев, Алтай Акпарат.